сюда, потому что услышала о том, что здесь люди получают хорошую поддержку для своего тела, если в таком состоянии, в каком я, у меня болезнь, у меня, значит, рак, и здесь можно получить очистку крови и лучше себя чувствовать. Я надеюсь, что здесь все верующие, христиане, поэтому я надеюсь, что с Божьей помощью Господь поможет это осуществить, вот, чтобы мне стало лучше. И вообще, может быть, Господь сделает так, что я выздоровею. Здравствуйте! Сегодня последний день моего пребывания здесь, на Вита Белла, и я хочу рассказать разницу, какая есть сейчас и какая я была, когда приехала сюда. Мой муж меня возил на инвалидном кресле, я не могла ходить. У меня сильно загрязненные лимфоузлы, и когда я здесь пила вот эти все чаи и делала все, что здесь было предписано, Господь благословил. И я вижу разницу, я вижу большую разницу. У меня на руках вот здесь были такие большие бампы. Это от лимфоузла. Вот. Но, как вы видите сейчас, здесь нету. А здесь еще немножечко осталось, но я надеюсь, что Господь это все уберет. Моя нога была сильно опухшая, я не могла ходить, и просто настолько она была опухшая, что я даже не могла одевать ее в какую-то хорошую обувь. А сейчас, сегодня, вот я смотрю, она совсем ушла, вот эта пухлость вся ушла. Так что, слава Богу. Также, эта нога у меня была, она не опухшая. Вот. Я хочу сказать большое спасибо господину Дэнни и большое спасибо всем работникам, которые здесь работают, за их такую благородную, благословенную работу, потому что они действительно приносят жизнь. Вот. Я, конечно, никогда не думала, что здесь, именно на этой территории, настолько будет так прекрасно, настолько так вот семейно, настолько друг за друга переживают, друг друга поддерживают, друг за друга молятся. И я бы сказала, что я здесь очень много получила духовно для себя. Я поняла, что в жизни нужно определять внимание не только душе, но нужно определять внимание телу, и нужно всегда помнить, что ты туда влаживаешь, потому что придет время, когда приходится потом расплачиваться за это. Поэтому я очень благодарна за это место, куда меня Господь привел. И пусть Господь благословит эту работу на дальше, пусть многие люди найдут здесь то, что они хотят, очистить свою кровь и быть больше плодотворными для славы Господней. Спасибо.